Хай, нечего делать. Блять, опять этот дебил пришел. Так, слушай сюда. Если ты сегодняшься за аренду мне 5000 не заплатишь, я тебя урою. У меня денег нету. Так устройся ты на работу. Ну не могу я. Последние деньги вот на противогаз потратил. Короче, сегодня же не сходишь. Блядь, отцу. Ты куда это выведет? Я это просто привет просто брал. А, ну ладно, возвращайся. Говорил, что он дебил. На, тут надо аренды вперед. На, вот дебил. Мама, у меня есть здоровенный Мерседес! Как раз у меня одежда кончилась. Пау! И на этом было все. Ставьте лайки, всем пау!